Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и сегодня я снимаю видео не одна, а с чудесным блогером Аней. Привет, ребят! Меня зовут Аня, и я рада снимать это видео вместе с Машей. Сегодня я буду распаковывать вот такие маленькие шарики лол. Я бы даже сказала, что они совсем-совсем крохотные. Ну а прежде чем я начну распаковку, я хочу пригласить тебя. Да-да, именно тебя в свой Инстаграм. Там я провожу трансляции прямые, добавляю различные фоточки, истории, в общем, там у меня интересно, так что обязательно подписывайся на мой Инстаграм, ссылочка будет в описании, а также добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, потому что я вас там абсолютно всех добавляю, ну и, конечно же, отвечаю на ваши сообщения. Ну, еще и можете на канал подписаться, если вы еще не подписаны. Ну, а теперь, я думаю, уже пора переходить к распаковке, поехали! После просмотра Машиного видео обязательно переходите на мой канал, потому что там вас ждет крутая распаковка большого шара лол, и как раз на этот шар лол сейчас проходит конкурс. Так что переходите по ссылке в описании на мой канал, ну и подписывайтесь. Ребят, как видите, они у меня из двух разных серий. Вот эти два шарика идут типа серия Pets, питомцы, и вот этот сестрички. Я, наверное, начну вот с этих, с Pets'ов, потому что мне их уж очень хочется открыть, посмотреть, что же находится внутри. Ты-дынь. Итак, здесь подсказка. Я, наверное, их вот так вот буду открывать первый и второй сразу. Мне кажется, там такая же подсказка будет. Да, тут абсолютно точно такая же подсказка, смотрите. Так, теперь второй слой на первом шарике. Так, первые наклеечки. И теперь снимаем второй слой на втором шарике. Наклеечки number two, они тоже такие же, как и в первом шарике. Самое главное, чтобы там разные питомцы были на самом деле. Так, кстати, ребята, я вам забыла сказать, что это не оригинальные шарики, потому что я таких оригинальных маленьких не видела питомцев. Это такие фейковые. Так, и смотрим, что же у нас тут в первом шарике попадется. О, это белая киса. Сразу же открою второй, потому что мне прям интересно, что же там. Хоть бы здесь не такая... Фу, слава богу. Блин, это вообще вот так, наверное, должно быть. Какая-то она некрасивая. И вот что у нее было внутри. Ребят, смотрите, здесь внутри находятся специально такие штучки, чтобы из шариков можно было сделать брелок. Я даже их не буду распаковывать, ну, потому что это неинтересно, и это как бы не самое главное здесь. Давайте посмотрим, как выглядят фигурки. Вот это было в первом шарике, это во втором шарике. Так, их внутренности. Это кусочек какого-то... Да, это половинка сердца, ребят, прикиньте. То есть это подвеска в виде половинки сердца. А здесь у этой кошечки какой-то бургер, что ли? Я буду думать, что это бургер, либо же это какой-то жетончик, либо кулончик. Не знаю. Напишите ваши предположения в комментариях, что это такое, потому что я до конца не понимаю, что это за штука такая непонятная. И вот это тоже я не знаю. Я так думаю, что это, наверное, ошейник, потому что если это не ошейник, то что же это? Короче, ребят, не совсем я догоняю, что это такое. В общем, вот такие кисы у нас были в шариках из серии Pets. Ну, а теперь давайте посмотрим, что вот в этом шарике находится. Это типа Lil Sisters, но, по-моему, Lil Sisters таких нет. Это типа блестящая серия, беленький шарик. В общем, ладно, давайте смотреть. Подсказочка. Наклеечка. Какая красивая куколка. Вот бы здесь была такая. О, смотрите, этот шарик золотой. Эти зеленые были, а этот золотой. Да ладно. Обалдеть, он двухцветный, прикольный. Куколка. Пипец, реально она с блеск. То есть это блестящая серия. И у куколки есть фотоаппарат. А еще у нее есть вот такая сумочка. Еще здесь есть вот такой вот лист, типа коллекционера. Но, естественно, этой куколки, наверное, здесь не будет, потому что это же все-таки фейк, да. Тут вообще не Lil Sisters, а вот здесь Lil Sisters. Интересно, здесь есть хотя бы похожая?
Нет, что-то я как-то не наблюдаю здесь даже похожие куколки. Мне больше всего понравился именно этот шарик. Напишите в комментариях, какие шарики понравились вам из этой серии, из серии Пэтси, или вот такой вот мини Little Sisters, не знаю, как правильно это называется. В общем, вот это прикольный, прикольная игрушка, красивая, блестящая. На большом воздушном шаре. Похоже, да, можно отправлять. Ребята, надеюсь, вам понравилось это видео, и вы оцените его большими пальчиками вверх. Ну и, конечно же, подпиской на мой канал. А также не забывайте про мои социальные сети, Инстаграм и ВКонтакте. И да, ребят, я надеюсь, что вы не забыли, что после просмотра этого видео обязательно нужно посмотреть видео Ани. Ссылочка на него, конечно же, будет в описании. И пишите ей в комментариях под видео, что вы от меня, от Маши. И всех своих подписчиков, тех, кто оставит комментарий, что я от Маши, я обязательно зайду, пролайкаю и прокомментирую. Так что обязательно заходите на видео Ани, оставляйте комментарии от Маши. И всех вас я обязательно пролайкаю и прокомментирую. Ну а на сегодня это все, я вас очень сильно всех люблю. Увидимся с вами в новых видео, до скорой встречи, всем пока!